А в Сауранском районе женщина пыталась продать диплом за 1 300 000 тенге. На сегодняшний день проводится досудебное расследование. В Сауранский районный отдел полиции с заявлением обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенницы. Она рассказала, что отдала крупную сумму денег на покупку диплома, однако так и не дождалась документа. Данный факт зарегистрировали по статье 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Мошенничество». Полицейские установили подозреваемую по месту жительства. Ей оказалась местная жительница, безработная. Проводится досудебное расследование. В настоящее время проверяется причастность подозреваемой к другим аналогичным преступлениям.